Пятница, вечер еще не повод принять на грудь и сесть за руль. В конце прошедшей рабочей недели в МИАСе прошел рейд ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей. 11 экипажей ДПС несли дежурство в двух частях города, дабы не допустить несчастных случаев. Как оказалось, не напрасно. Время проведения профилактического мероприятия с 7 до 11 вечера в пятницу выбрано не случайно. На дорогах города становится много тех, кто не прочь расслабиться в конце рабочей недели и в состоянии алкогольного опьянения сесть за руль. Все после работы решат отдохнуть, как обычно. Такси, видимо, лень вызвать или друзьям позвонить. Вот, как правило, садятся за управление и едут в состоянии алкогольного опьянения. На этот раз за время проведения профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» были зафиксированы два случая управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Одному водителю, впервые попавшему в поле зрения сотрудников ГИБДД, за данное правонарушение грозит лишение прав и штраф до 30 тысяч рублей. А вот второй нарушитель оказался своеобразным рецидивистом. Это уже второй случай, когда его ловят пьяным на дороге. Ему грозит более жесткое наказание и штраф уже до 50 тысяч рублей.